Ну, все, спокойно. Вернулся быстро. За что задержан? Не знаю. Что ты делаешь? Здесь почему находишься? На работу приехали. Где работаешь? На стройке. Оказалось, он уехал в Сирию воевать. И он, мы с ним в контакте переписывали здесь, и он предлагал мне к себе туда, в Сирию, завербовал меня. Хотел к себе забрать. Вот мы общались, он рассказывал, как проходить границы, копил деньги, хотел уехать. А потом тут поймали ФСБ России. Спасибо ФСБ России, за что спасли мою жизнь и допустили, чтобы я уехал в Сирию воевать.